С вами Данил Нежный, это мой первый влог. Я желаю вам удачи. Hey, baby, won't you look my way? I can be your new addiction. Hey, baby, what you gotta say? All you're giving me is fiction. Всем привет, ребята, с вами Пол, и сегодня мы идем куда-то, не знаю, какая заброшка, зашли в наш лес, который рядом с нашим домом. Мы без понятия, что там, мы хотим заглянуть, посмотрим, отпиздит нас или нет. Это конюшня, мы в конюшню забрели, пиздец! Короче, мы уже забрались в конюшню, спускаемся. Мы спустимся окончательно и скажем, что тут здесь есть. Надеюсь, выберемся нормальным способом. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Эй, толстый! Эй, толстый! Эй, толстый! Эй, толстый! Я целыми днями лежу на боку, съедаю в минуту по окороку. 15 батонов, 50 куличей и сотню зажаренных с толстых грачей. Селедку под шубой, картошку с водой, засаленный город, сегодня я твой. Друзьям поднимаюсь, ступеньки трещат, мне все очень рады и все мне кричат. Эй, толстый! А я по тихой грусти иду домой, когда уже отпустит, сука, любовь. Не понимаешь ты, что ты бог мой. Они полезли в конюшню, а мы с Геном остались. Врезать ничего не буду. Ни в коем случае не ходите сюда. По одному, по одному. Тихо, крапива. Мы, короче, опять увидели крапиву. А тут камень встань, вон, за тебя. Смотри, куда его сюда пойдёшь, сюда погнал. Ага, понятно, понятно. Здесь крапивы до жопы много. Капец. Вон, смотрите, как я искровякал. Это пипец. Вон двое стоят. Они не хотят сюда идти. Здесь видно только я, Гена. Нормально, все снимаю. Влад у нас самый настоящий сталкер. А я какое-то чмо. Оп. А, сука. В принципе, ничего такого, ребёнок родить можно. Вон на тот камень встань. Не тот, блин, это же нельзя поднять. Слушай, оно херово держится. А? Оно херово держится. Я давай. Блин. Нет, я их не поверил. Видите, вроде било. Убежали. Паша, блин, убежал. Телефон тут. Что, погнали? Здесь. Сюда? Да. Ладно, давай первый. Давай разведку. Я. Тихо. Баша! Сука, здесь крапиву. Вот уйди, давай я первым полезу, чтобы ты посмотрел как. Просто в сторону. Все, стой здесь. Мы там пролезем? Давайте помогу, давай, сочек. Итак, Данила Нежный лезет. Давай только потихоньку. Сейчас мы подойдем. Потихоньку. Так, я отхожу отсюда. А! Че у тебя? О, сука. Погнали, Вася. Крапива здесь. Сейчас мы ее обойдем. Слушай, здесь вонь какой. Будто пернул кто-то. Ну это точно не ты, ё-мо. Да, точно, это здесь лошади были. Да ты где? Вы сюда вставай, погнали. Сука, там еще крапива. Обходи ее. Да сними. В банке из-под краски какие-то. Вот дофигела, вон там что-то сними. Вон там. Там еще банки. Вон там, вон там. Эй, Данил! Паша! Сейчас мы подойдем. Матовая. Можно зачем? Походу что-то красили. Похоже, пожар был.
Пожар был. Отделка древесины, ну да, тут горело все. Чтоб добро побеждало, Винкс навеки с тобой, в гонке за мечтой, стоит чудо лишь поверить. Боже мой, радуга. Смотрите, здесь живут эти лебеди, утки. Вон, да, смотрите, в этом домике даже здесь есть пластиковые окна. А в некоторых школах даже там их нету. Ребят, я прошел все круги ада. Я ты где только не был. Там было сложно, я порезал себе ногу. Да, это очень... Купайте квас. Ну подписывайся, ну подпишись, ну пожалуйста. Ну тебе трудно, что ли? Я тебя прошу, пожалуйста. Что это за хуйня была?